Как правило, во время съемок, где обсуждаются какие-либо проблемы, собирается немало жителей. Зачастую это рубрика «СОС», куда ежедневно обращаются люди. Когда приезжает съемочная группа, может собраться и больше 10 человек. Зависит от того, скольких людей коснулись сложности. Вот и в этот раз предугадать, сколько соберется жителей СНТ, было невозможно. Судя по всему, в отделе полиции решили, что жители СНТ, у которых планировалось отключение электроэнергии, собрались на несанкционированную акцию. Одному из жителей СНТ, который также пришел на встречу с журналистами в отделе полиции, вручили уведомление, как организатору массовой акции, с напоминанием закона об экстремистской деятельности и наказании в случае его нарушения. Подписал данное уведомление начальник МУ МВД Оренбургская полковник Ныров. Ну, я даже не знаю, как это назвать. Шпионов, что ли, каких-то ищет в своем государстве. И обычную встречу людей, которые объединены проживанием на одной территории, уже приравнивает к митингам, пикетам. Ну, вот очень хочется, чтобы уже, наконец, наши правоохранительные органы выучили законодательство. Там прям есть отдельный пункт специальный, в котором даются определения, что такое пикет, что такое митинг, что такое встреча с депутатом. И вот приписывать встречу журналиста с жителями какой-то территории к какому-то митингу или пикету, ну это просто дичайший какой-то абсурд.